Соблюдение скоростного режима, состояние транспортного средства и наличие всех необходимых справок у водителя. Автоинспекторы проверяют пассажирские автобусы. Сегодня в утренние часы в отношении водителей пассажирского автотранспорта уже выявлено и составлено 4 административных материала. Один водитель нарушил правила пользования фарами, еще 3 не пристегнули ремни безопасности. По словам автоинспекторов, с этими нарушениями они сталкиваются чаще всего. Гораздо реже с превышением скоростного режима и неисправностью транспортного средства. Такие проверки проводят регулярно. Они направлены на снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте и профилактику нарушений ПДД. Нина Липанова, Дмитрий Бочаров, Новости, Химки ТВ.